Скалозер находится на высоте 434 метра над уровнем моря. Его длина составляет 78, а ширина около 5 километров. Максимальная зафиксированная глубина 323 метра, позволяет Турецкому входить в число самых глубоководных озер России. Несмотря на то, что сегодня этот уникальный объект является одной из самых посещаемых природных достопримечательностей Алтая, он все еще слабо освоен туристами. Широко доступна только северная часть районов, около которой расположена село Иваши. В южной же части Турецкого озера можно добраться только на теплоходе, также внедорожный и ПРЛ перевал Татуиры. Интересно. На Турецком озере погибло отдыхающих несколько кемпингов, бас, сюда едут за непромытой, потрясающей красивой природой. Проехав озером проводятся пешеходные, велосипедные, водные и воздушные экскурсии, ходе которых можно видеть природные красоты, летучего шмара, каменный залив, водопад, кишты и несколько живописных природ. Практически все притоки Терецкого озера зовут водопадами. Порт является самым большим в акватории Терецкого озера и самый популярный среди туристов. Он расположен на правом притоке озера реке Большая Плотва. В нескольких десятках метров от берега озера река Большая Плотва обрывается за скалы и образует мощный текущий поток ледяной воды высотой 12,5 метров. Терецкое озеро славится своей неповторимой красотой, потрясающей природой и особенной атмосферой, не сравнимой ни с каким другим местом. Пространство и время не укладываются в привычные рамки, здесь ровно господствует особое терецкое зверение, как и во многих местах Алтая. Именно здесь путешественнику кажется, что время остановилось, и вдруг приоткрылись тайны мироздания.